Всем привет, вы смотрите Easy Action. Сегодня решил попробовать заменить стандартные стельки, на которых обычно производители экономят, на ортопедические стельки. Что же из этого вышло, сейчас узнаете. Так, вот как выглядят ортопедические стельки. У них очень-очень плотная основа, особенно возле пятки. Конечно же, они нигде не гнутся, кроме как в носочной части. В то время как стандартные стельки, вы можете видеть, тут комфорт и поддержка стопы совершенно отсутствует. В чем же плюс сегодняшних ортопедических стелек, помимо того, что они отводят влагу, поддерживают ногу лучше? У них антискользящий эффект, то есть ваша нога не елозит по ролику, как это случается с стандартными, потому что все-таки эти ролики идут на два размера. Если у вас на размер меньше, а не впритык, то у вас нога может чуть-чуть ходить. Этими стельками решается эта проблема, так что у вас будет меньше мозолей, если они у вас были. Я не скажу, что здесь прямо какой-то космический эффект, но все-таки они отличаются. Здесь чувствуешь поддержку пятки. Она окружена прямо этой стелькой, в отличие от стандартной стельки, которая просто есть. В дальнейшем такие стельки помогут вам, во-первых, кататься дольше. По идее, они должны это сделать, потому что у них более равномерная, более правильная поддержка. У вас стопа не сжимается и не устает так сильно. И, возможно, поможет избежать плоскостопия, особенно если у вас ролики прижимаются сверху сильно. Подумайте сами, какая нагрузка приходится на эту часть. Но это все покажут лишь тесты. Я сейчас катаюсь не так уж много, но я не чувствую никакого давления. Я так понял, это слишком зернистое покрытие, по крайней мере, для этих колес, для этого сетапа, для текущего состояния мышц, которые еще не контролируют ногу. Плюс эти ролики не очень хорошо подходят для ванвилов. Все BFR2 будут лучше. Если вы хотите посмотреть, как я катаюсь на других колесах, на стоковых Power Slide Hurricane, наверное, то я переставлю колеса, перекручу их. Если вы хотите посмотреть, как я улучшаю ролики Seba FR2 старые, тоже пишите в комментариях, что-то первое из этого сниму. Но на данный момент это все.